Накануне в одном из крупнейших спорткомплексов Павлодара едва удалось избежать трагедии. Молодой парень чуть было не утонул в бассейне «Ертыс-Олимпик», если бы на его крики о помощи не отреагировал местный охранник. О деталях ЧП прямо сейчас. 26 мая рабочая смена Серика Жакенова обернулась нештатной ситуацией. Однако пенсионер МВД, в прошлом инструктор по плаванию, а ныне сотрудник службы безопасности, не растерялся и буквально вернул к жизни молодого человека. Поступил сигнал, услышал крик в бассейне и немедленно отреагировал, побежал, начал оказывать помощь совместно с инструктором, с нашим Думан Деганчагат Егомис. В течение 4 минут мы оказали реанимационные действия. Человека привели в состояние, начал дышать, заработало сердце, появился пульс. Также с нами была медсестра наша, Айгуль. Вот совместно мы провели все действия, что требовалось по инструкции. В течение 5 минут приехала скорая помощь, парня забрали, парень жив-здоров. Я думаю, на моем месте каждый бы так среагировал. К слову, это уже второй случай, когда Серик Жакенов уберег от гибели человека. В 2022 году он там же спас ребенка. За проявленное неравнодушие, а также оперативную и профессиональную помощь пострадавшему, павлодарец отмечен почетной грамотой Управления физической культуры и спорта. Дарья Жумабекова, Адильхан Муталяпов, ЕРТ.